Центре изучения китайской культуры Елабужского института КФУ стартовали занятия по изучению китайского языка. Студенты имеют уникальную возможность получить знания и навыки общения от носителей языка, преподавателя Хунаньского педагогического университета Ли Сюань. Как рассказывает преподаватель, достаточно всего двух занятий, чтобы освоить язык на должном уровне. Мы используем на уроках инновационные методы обучения, разные формы интерактивной работы с применением интернет-технологий, что делает занятия более результативными. Благодаря многолетнему партнерству КФУ с Хунаньским педагогическим университетом и Институтом Конфуция ученики получают возможность пройти стажировку в Китае. Я хотела бы, чтобы это хобби стало моей профессией. По поводу того, чтобы учить кого-то, я не уверен, но хотелось бы быть переводчиком. В идеале. Совсем скоро посещать уроки китайского языка появится у всех жителей Елабуги. В ближайшее время будет объявлен набор группы. Аделя Мухаммедшина, Екатерина Сайбель, Денис Сипайлов, Универньюз.